От мифа к слову, к литовскому слову, к литовской литературе. Я буду говорить о большом промежутке, временном промежутке литовской литературы. Это звучит очень грандиозно, конечно, но это будет все на трех примерах основано. И свой доклад сначала я бы хотела начать на... Доклад я бы хотела начать напоминанием идеи Элизара Мелитинского о мифологизме в современной литературе и о параллелизме как способе упорядоченности и придачи смысла хаосу. Цитирую. «Из различных вариантов мифологизирования в прозе, возникших в первой четверти XX века, наибольшее влияние на последующие опыты мифологизирования оказал Джойс своим Улиссом, стоявшим на магистральном пути западного модернизма». Конец цитаты. Ну и после такой впечатляющего, после такой точной формулы и впечатляющего исследования, какое я проделала в поэтике мифа, ну, наверное, мало уже что можно добавить, и мне надо было и уйти. Но я все-таки остаюсь и продолжаю свой доклад, потому что в каждой литературе, в каждом историческом этапе вот это соотношение мифологизма и истории принимает ну, какие-то свои новые трансформации. И первая особенность, на которую я бы хотела обратить внимание, это опаздывание или другая траектория развития модернизма в литовской литературе. То, что называется зрелый модернизм или высокий модернизм, который как раз в Западной Европе ну, процветает после Первой мировой войны, совсем по-другому развивался в Литве, потому что этот период, это межвоенное время для Литвы, это период становления независимого государства. Это время утопических проектов, патриотического настроя и без опыта хаотического существования и пессимизма, охватившего Европу после Первой мировой войны. А вот этот опыт катастрофизма и ощущение бессмысленности истории, но это все такие константы зрелого модернизма, это все придет в литовскую литературу, но позднее, уже после Второй мировой войны. И в первую очередь тут надо будет говорить о литературе эмиграции. На Запад уехало 70% писателей Литвы, и они приняли на себя ответственность за всю литовскую литературу, которая на родине функционировала в условиях цензуры, особенно жесткой, конечно, в сталинское время, и важнейшие исторические темы были под запретом. И именно в эмигрантской литературе мог быть осмыслен этот исторический опыт, и тогда самой важной смысловой мифической основой стала архаическая сказка или деградированный балтийский миф «Эгле – королева Ужей». «Эгле» – это по-литовски «Ель». «Ель – королева Ужей». И эта сказка до сих пор интересует многих исследователей, художников и даже российских исследователей. Например, я совсем была очень рада найти статью, работу Светланы Ружаковой о способах интерпретации этого сюжета в 2009 году. Это очень радует, что эта сказка все еще так для всех остается такой интеллектуальной интригой. И вкратце я напомню сюжет для тех, кто ее не знает. Сюжет такой. Во время купания в рукав рубашки младший из дочерей рыбака Эгле забирается уж. И он не хочет уйти. И тогда девушка обещает выйти замуж за ужа. И спустя некоторое время ей приходится сдержать данное слово. Эгле переселяется на дно в море, в дворец короля. И тут происходит чудо, уж превращается в прекрасного юноша Жильвинаса. И они счастливо живут в этом царстве морском, у них рождаются дети. Но Эгле хочет навести родной дом. И она возвращается на землю с детьми. И ее семья так рады этим возвращениям, что братья не хотят отпускать сестру и выпытывают у маленьких детей имя их отца. И юная дочь Осинка проговаривается. И тогда братья выманивают Жильвинаса и изрубляют его серпами. И потом, когда Эгле зовет мужа у моря, то море покрывается кровавой пеной. Из горя Эгле заклинает себя и детей, и они превращаются в деревья. Дуба, березу, ясень и
осинку. А сама Эгли, это, как я уже говорила, ель. Ну вот, и как видим, этот брак приводит к трагическому финалу, и по своей структуре эта сказка отличается от сказок того же типа, где все-таки испытания обычно приводят к счастливому концу. А основные мотивы, особенно вот эти трагические мотивы сказки, стали особенно актуальны для самосознания литовцев и особенно для эмигрантов. И тут можно выделить два тематических блока. Историческую тему, именно тему войны, сопротивление лесных братьев. И в таких произведениях очень сильно актуализировалась топика насильственной смерти, фигуры кровавой пены, серпа и мотив предательства. И реально даже в этих отрядах многие воины имели имена деревьев, да, как в сказке. И другой тематический блок – это был бы опыт эмиграции. И тут важны такие мотивы, как потеря родного дома, как дорога через воду, да, как Эгли через воду уходит, они через океан уезжают. Невозможно вернуться, раскол семьи, траур, вдовство, немота и тому подобное. Но в обоих случаях мы можем говорить о совпадении с парадигмой мифологизма зрелого модернизма, где миф начинает работать как, цитирую, естественный способ ментальной организации исторического опыта, говоря словами Мелитинского. А вот в советской Литве это все уже происходит по-другому, поскольку сама историческая тема, она, ну как сказать, репрессирована, то и ее связь с мифологическим сюжетом, она тоже уже развивается иным способом. И я хочу выделить тут два случая. Первый случай – это знаменитый поэт Юстинас Марцинкевичус и его поэма «Девять братьев», 1969 года, посвящена трагическому опыту послевоенной войны, в которой поэт видит повторение мифического сюжета. Цитирую. «С моря воротилось братьев девять, косы возле клёна прислоняют, умываются водою гнева, и друг друга брат не окликают. Надо принести им полотенце, накормить одной краюхой хлебной. Судьбы, словно воды, помутятся, волны в берег бьют кровавой пеной». Перевод Михаила Родионова. И в отличие от сказки, в этой поэме нету оппозиции «свой-чужой», «человек-уж», и нету личной ответственности. Это общая вина, и брызги кровавой пены ложатся на всех братьев, между которыми не делается различия – враг, предатель, герой или жертва. И поэма заканчивается заклинанием «Ах, перестанем убивать друг друга» и призывает к национальному согласию. В нынешнее время творчество Марцинкевичуса вызывает очень большие дискуссии. И именно вот эта его историческая концепция, она очень сильно критикуется нашими историками, потому что эта интерпретация войны как гражданской и братоубийственной войны, а не войны литовской освободительной армии со структурами НКВД, но это две разные концепции. Одну концепцию утверждалась в советское время тем же знаменитым фильмом «Никто не хотел умирать», а совсем по-другому мы об этом говорим и пишем сейчас. И тут большая дискуссия, и я не буду тут останавливаться, но только хочу обратить внимание, что Марцинкевичус все-таки уже начал интерпретировать историю по-новому, и он демонтирует негативный образ лесного брата, снимает вот этот все братья, да, вот нету, что этот буржуазный националист, враг народа, все братья, все и все виновны. Но то, что это совпадает с советской концепцией, это уже другой вопрос, подсознательно, сознательно, бессознательно это происходило, никто не может так ясно сказать. И другой взгляд на эту проблему может быть, ну, такой, скажем, антропологический, что это просто другой тип ментальности.
наш литовский социолог Витаутас Каволис, он предлагал такую структуру трех моральных систем для Восточной, ну, не только для Восточной Европы, но для Восточной Европы в частности. Одна система – это система свободы, это индивидуальная ответственность, совесть, это присуще для христианской культуры, для демократических стран. Другая система – система правил, это авторитарные режимы. И очень глубокая архаическая система, где не стремятся найти виновного или невиновного, а социум ищет пути к согласию. Ну и, наверное, Марцинкевичус и представляет вот такую архаику. И сам поэт объяснял, что для него в этой поэме была очень важна тема матери. И с такой точки зрения поэма прочитывается как новый миф о матери Земли и о ее вечном возрождении, и, скажем там, о вечном прощении. Второй случай, о котором я хотела немножко говорить, это личный выбор, ну, рефлексия личного выбора. На примере драматурга и прозаика Казиса Сая, новатора литовского театра и аллегорического повествования. Я буду говорить о небольшом рассказе «Когда они стали деревьями» 1974 года. И рассказ моделирует ситуацию детей Эгли уже после превращения. Они стали деревьями, но не потеряли сознание и не потеряли чувств. Но в один нехороший, недобрый день в лес приходит человек с топором. И вот повествование, которое ведется от лица ясеня, вот тут происходит главный поворот. Испугалось деревце, что больно ладно оно да пригожие, и стало от страха ежиться да корежиться, дугой гнуться, чтоб человеку не приглянуться. Ну что происходит? Ясень начинает приспосабливаться, вырывать корни из земли, и он превращается в ужа, гада ползучего, как говорится, и этим он повторяет судьбу отца. И цена вот такой спасенной жизни бывшего ясеня – это отказ от самой личности, от самого себя. Рассказ оканчивается так. «Осталась ель стоять одна одиношенка. Целую ночь напролет проплакала она горючими слезами, терпко запахла в лесу еловой смолой, но уж устроившийся безопасности у ног матери ни разу не проснулся». И в моей интерпретации этот небольшой рассказ – это пример удвоения смыслов и разработки эзопового языка, трансформация ясеня. Внутренне свободного дерева в гада ползучего – это метафора мимикрии и мутации, превращения личности или народа из свободного человека советского в гомосоветикус в условиях страха и террора. Мифический сюжет здесь работает как щит для скрываемого содержания, а фигура ужа в тексте «гад ползучий» воспринимается как персонификация приспособленчества и конформизма. И то, так становится маркером для распознавания настоящего смысла. Такая модель использования мифов характерна для многих авторов брежневского периода. Особенно это ярко работает в театре, но это Сая очень делала сильно в своих драмах, и для сказок, и в литературных сказках, и в детских сказках. И мифологический параллелизм здесь помогает придать форму конкретному опыту данной исторической эпохи, но теряет уже свою значимость в других условиях рецепции. Вот эти все драмы и рассказы Казиса Сая теперь уже не слишком интересны. И последний пример, о котором я буду говорить, это пьеса Мариуса Ивашкевичуса, современного драматурга, который хорошо известен в Москве. Пьеса «Мадагаскар» написана в 2004 году. Она скомпонирована как мозаика сцен из воображаемой жизни реальных людей, представителей межвоенного времени Литвы, мечтателей, прожектеров, утопистов и идеалистов. Главный из них – это географ Казис Пакштас в пьесе «Покштас». Это такая игра «Пакштас», «Покштас», а на литовском «Покштас» – это шутка. Этот код такой задается. И поэтесса Соломея Нерис, она была очень известная в советское время и осталась в истории
не только как автор лирических стихов, но и как автор поэмы о Сталине и член делегации, которую я ходатайствовала перед Верховным Советом СССР о приеме Литвы в состав Советского Союза. И оба главных персонажа в пьесе имеют отношение к сюжету сказки об Эгле. Пок, что содержим морем, он постоянно провозглашает необходимость литовского народа повернуться лицом к морю и лелеет идеи о плановой эмиграции Литвы в Африку на остров Мадагаскар, поскольку в случае потери государства, ну, Литва может погибнуть, а ее надо переселить в Африку и там разводить ели и тому подобное. Соломея Сали в пьесе как бы повторяет траекторию сказочной Эгли. И тут важно вспомнить, что настоящая, прототип этого персонажа, Соломея Нерис, она в 40-м году тоже написала поэму «Эглия королева ужей». И по странной фантазии Ивашкевичуса они встречаются, эти два персонажа, которые не были знакомы в настоящей жизни. Первая встреча героев происходит на берегу моря. То есть царь купается в волнах Балтийского моря, а Покшта смотрит вдаль и мешает ей выйти на берег, потому что она, ну, почти раздетая. И по странной фантазии Саля влюбляется в него, вернее, в его надуманный образ, а он все время занят грандиозными проектами спасения нации. И потом они вновь встречаются перед поездкой в Москву в 40-м году, и он выражает ей восхищение поэмой «Эгля королева ужей». Цитирую. «Вы же первая из поэтов, повернувшая женщину в морском направлении. Героиня вашей поэмы, супруга ужа, мне помнится, она в среде наших женщин есть путеводная нить прогресса». Ну и дальше в подобном стиле он разбирает поэму и объясняет ошибки интерпретации морского будущего. А Саля так отвечает. «Боже милостивый, это вы ничего не поняли. Поэма моя о любви, поэма моя о нас. Женщина стоит в море, мужчина стынет на берегу, и нет никого, кто помог бы соединить эти две стихии в целостный континент». Разочаровавшись окончательно в человеческой любви, Саля поворачивается, но не к лицом к морю, а лицом к сверхчеловеку, то есть к чудищу, всепожирающему, к Иосифу Виссарионовичу. Тут тоже Ивашкевичус играет фонетическими такими аналогиями, потому что Виссарионович имеет свой фонетический аналог в литовском языке «виссариентис», то есть «все пожирающий». Виссарионович – «виссариентис». Звучит очень похоже, то есть… Чудище Виссарионович или чудище всепожирающее – это одно и то же. Сам Сталин в пьесе не действует, но о нем рассказывает другое чудище. Чудище трехглавое, чудище литераторское. Это намек на авангардистский журнал левых интеллектуалов «Третий фронт», где тоже вот отец Томаса Венслова участвовал, но можно сказать, что он был одной головой этого трехглавого чудища. И Саля вот с этим, Соломея или Саля с этим трехглавым чудищем литераторским едет в Москву. И она восходит в глубизну левизны. Не на дно морское, но в глубизну левизны. И там соединяется с чудищем всепожирающим, который отнимает от нее все силы. И она возвращается уже совсем бессильная. И становится осинкой, она становится предательницей, и народ ее ненавидит. И она задыхается от ненависти литовского народа и умирает. И мифологический параллелизм здесь уже не работает как способ осмысления исторического опыта, но в таком глобальном, широком смысле этого слова. В интерпретации Ивашкевичуса это сказочный, детский, такой кукольный, комический план выразительности, который противоречит трагической судьбе героини, но тем самым так снимается некий пафос с привычного образа поэтессы Нерис. Рецепция Нерис тоже вызывает очень большие дискуссии в нынешней Литве, и вот Ивашкевичус предлагает какой-то, ну, свой путь. Он не дает формулу осмысления, такой
понятный и для всех, но предлагает индивидуальный подход для эмпатии и личного понимания былого времени и его людей. Метод Ивашкевичуса я назвала бы бриколяжем, употребляя концепт Клода Леви-Стросса. То есть это творчество, используя подручные средства, в отличие от средств, используемых специалистами. Например, инженерный проект вот, «Удвоение смыслов» у Казиса Сая, где все рационально продумано. И вот такая игра, и вот полисемантность, которая как бы случайно появляется у Ивашкевичуса. Ну, так работает постмодернистский дискурс. Клод Леви-Стросс бриколяж сравнивает с мифологическим мышлением и говорит, что таким образом можно достигнуть в плане интеллектуальном блестящих и непредвиденных результатов. И мой вывод простой, что сказка «Королева Ужи» остается контрольным текстом, выявляющим грани трансформации в литовской культуре. Спасибо. Андрей Коровин, Институт мировой литературы. Вы упомянули о том, что один из сыновей, соответственно, Эгли, превратившийся в ясеня, он трансформируется в ужа. Но вот тут вот у меня возникает вопрос, связанный вообще с семантикой самого ясеня, потому что в скандинавских литературах, да, в частности, в исландском эпосе, Аскюр, ясень, да, это основание мира, это основа основ, это самое прочное. А тут получается, что ясень – это как раз то дерево, которое рассыпается не в пример другим, не в пример той же самой осине. В этом есть какой-то смысл, который… Я думаю, да, потому что это и было такое предупреждение, может быть, даже и литовского народа, что если вы свою ось, да, не будете соблюдать, если ваша ось превратится в ползучего ужа, то вы просто погибнете как народ, вы исчезнете. Это такое напоминание о необходимости эту идентичность сохранять и свою ось, и свою вертикальную эту ось ощущения какой-то мирового древа тоже.